Говорят, что человеку столько лет, насколько он себя чувствует. И это действительно так. Ваша сила, красота, здоровье, общее самочувствие гораздо больше зависит от того, какой образ жизни вы ведете, кем вы работаете и сколько часов в день, какой у вас режим питания, как часто вы тренируетесь и из чего состоят ваши тренировки и от ряда других факторов, чем от абстрактных цифр, обозначающих ваш возраст. Привет всем, с вами снова Антон Кучумов, вы смотрите канал Workout Fitness городских улиц, и сегодня я хочу открыть вам одну большую тайну. На самом деле, ваш возраст – это не более чем количество оборотов, которые вы совершили вокруг Солнца. Только и всего. Я не хочу сказать, что ничего не меняется, потому что действительно по достижению определенного момента в организме начинают происходить процессы, которые мы называем старением. Это возрастные изменения, и даже если вы вели абсолютно здоровый образ жизни и следили за своим питанием, то от них никуда не деться. С другой стороны, я хочу, чтобы вы поняли, что нет никакого определенного закона, который бы говорил, что все люди в 30 лет будут выглядеть так, в 40 вот так, а в 50 вот так. Наоборот, если вы посмотрите на людей одного и того же возраста, вы увидите огромное разнообразие возможных вариантов. И это напрямую зависит от того, какой именно образ жизни они вели. А если вы присмотритесь повнимательнее, то заметите, что те из них, кто вели и продолжают вести активный образ жизни, они лучше выглядят, лучше себя чувствуют, меньше жалуются на какие-то возрастные проблемы и в целом гораздо более счастливы. Здоровье – это богатство, а движение – медицина. Мы не зря выбрали именно такой слоган для воркаута, потому что эти слова правдивы на все 100%. Здоровье – это самое главное, что у вас есть в жизни, и если вы хотите сохранить его, нужно активно двигаться. А вы обратили внимание, что большинство людей с возрастом начинают меньше и медленнее двигаться? Создается ощущение, что они готовятся к тому, что в один прекрасный день просто возьмут и остановятся насовсем. Не будьте такими. Сколько бы вам ни было сейчас лет, продолжайте жить активной жизнью, продолжайте двигаться, и тогда вы заметите, что станете более счастливыми, не говоря уже о том, что вы будете более здоровыми. Я сделал небольшую подборку видео, посмотрев которые, вы перестанете кивать на свой возраст. Сколько бы вам сейчас не было, это только начало вашего пути.